Смотри, справа тебе сейчас удобно. Правый шаг еще, под шаг делаешь. Справа. Тебе удобно ничего не менять. Теперь, теперь левый, левый шаг. Нет, здесь во. Во. И именно смотри, что будет. Момент опоры, левостороннего шага. Ты пошел шагом лево. Сейчас недостаточно. В точке здесь, как только это сказать, выходит. Да. Совершенно верно. Так вот это самое основное. Начал просто правый шаг. Да. Самая основная, так сказать, проработка, когда ты неустойчив. Вот. А, я неустойчив? Ну, конечно. А как для тебя понять, что ты неустойчив? Как? Нет, ты сам по себе, ну а что тебе мешает? Ты сделал шаг, так сказать, и ты стоишь, так сказать, вот, и все. И ты обратно же вернулся в позицию. Ты же можешь вернуться. Попробуй сейчас на полушаге. Под шаг делаешь правый, левый начал делать и вернулся обратно. Да. Ага. Все, тот минь-мэй. Ага. Вот. И вот она уже пошла, так сказать, согласованность. Я дальше могу теснить. Ага. Да. Ага. Во. Да, еще. Во. Оп. И вот оно было изменение. Ага. То есть сила вышла. И в моменте все, меня там уже нет. То есть я сюда подал, и все, растворился, там нет уже.